приятного времяпрепровождения. Как всегда, козел альпийский. Выходим мы из леска. Звери идут на выпас, на основной выпас. Иногда они, бывает, убегают вот там вот, выходят из тех ворот. Вот там примерно видно, где ворота находятся. И бегут сразу сюда. А потом, добежав, разворачиваются, делают несколько шагов назад и уже начинают кормиться. Не знаю, с чем это связано. Почему они так делают? Иногда никуда не убегают, просто выходят, сразу начинают есть. По-разному получается. Честно говоря, я действительно не понимаю, с чем это связано. Какая-то, может быть, у них есть биологическая привычка так поступать. Или наоборот, какая-то именно у моего стада такая привычка есть. Я не имел дел с каким-то другим стадом именно мелкого скота, кроме своего собственного. Ну вот несколько раз видел. Таких больших стад, если честно, не видел я никогда ни у кого вживую. По интернету видел и больше. Но вот таких вот стад. Даже вот у меня сейчас около 30 голов. Таких стад я не видел. Причем, ну, кто-то считает, что и 10 голов это большое стадо. А кто-то считает, вот когда у меня было 70, да, кто-то считает, что и 70 не такое большое. Это типа не 70 коров, не 70, я не знаю кого, носорогов. У всех разные критерии абсолютно. Но вот я считаю, что больше 10, даже больше 10 животных, это уже очень большое стадо, с которым надо плотно и усердно работать, чтобы получить результат. И, честно говоря, вот 2-3 животных держать, ну, вообще нет смысла. Я как бы об этом расскажу в следующей серии. Пока.